Меня зовут Медведев Стас, в спортивном тренировочном клубе «Арпок» занимаюсь 2 года. Раньше занимался кикбоксингом. Участвую в турнирах, проигрываю, выигрываю. Я хочу сказать большое спасибо ветеранам за великую победу, которая дала мне заниматься в таком клубе. Низкий большой вам поклон. Стас, ты у нас являешься вторым резидентом, так сказать, известной группы местной Ярополковской «Чай вдвоем». Это так? Да. Значит, как вас зовут вместе с Русланом? Стас Идёс. Стас, а правда, что, так сказать, тебя называют, так сказать, образом группой «Чай вдвоем»? Да, это так. А кто из вас главный? Я. А почему? Потому что я самый красивый, у меня больше бицеп. Я лучше пою и танцую. И почему? Потому что обращают на меня внимание девушки. В тот раз ты нам напел определенный мотив. Вот, поэтому я предлагаю, так сказать, пускай публика увидит во всем исполнении это красочное, так сказать, музыкальное творение. Ты готов показать зрителям? Да. Ты уверен? Естественно.